О том, что зима близко, химчане по-настоящему смогли ощутить сегодняшней ночью. Обильный снегопад выпал на всей территории Московской области. Коммунальные службы оказались готовы к капризам погоды. Городские улицы убирают 417 дворников и 112 единиц снегоуборочной техники. Город может быть спокоен, что уборка будет осуществлена, и, собственно, на качество жизни граждан это никаким образом не повлияет. К снегопаду мы готовы, и будем содержать город в хорошем состоянии, в чистом. Все аварийно опасные участки дорог были обработаны противогололедными материалами. Также в случае обильных снегопадов на линию готова выйти дополнительная техника.